Ноутбуки серии K от Asus рассчитаны на повседневное использование. Модель K72F – одна из самых крупных в семействе. Такие решения, как правило, выбирают для замены громоздкого настольного компьютера и экономии места на рабочем столе. Но хватит ли производительности этому ноутбуку для решения всех тех задач, которые обычно ставит пользователь перед настольной системой? Базовая комплектация включает в себя только те компоненты, без которых не обойтись. Кроме самого компьютера, в коробке пользователь увидит аккумулятор, зарядное устройство и документацию. Поскольку K72F поставляется с операционной системой FreeDOS, в комплект входят диски с программным обеспечением и драйверами, необходимыми при установке Windows. Asus K72F – достаточно крупное решение, и вес у него немалый – целых 3 килограмма. Так что ноутбук не особо рассчитан на регулярные поездки и скорее подойдет для стационарной эксплуатации. Корпус выглядит достаточно привлекательно. Верхняя панель и рабочая поверхность окрашены в темно-коричневый и имеют ненавязчивый рисунок. Так как ноутбук рассчитан на активное повседневное использование, его корпус сделан прочным и надежным. Пластиковые панели не прогибаются при нажатии, а дисплей удерживается парой массивных шарниров. Для оформления корпуса использовался глянец, а на рамке, окружающей экран, производитель разместил множество резиновых вставок, которые не позволяют пластиковым элементам ноутбука соприкасаться в закрытом состоянии. Asus K72F укомплектован удачной клавиатурой. Кнопки имеют прямоугольную форму и немного закруглены по краям. Между ними предусмотрены большие промежутки, что снижает количество ошибок при наборе вслепую. Раскладка дополнена цифровым блоком. Крупный тачпад поддерживает мультитач и имеет одну особенность – интеллектуальное распознавание касания. В случае, если площадь касания слишком большая, модель просто не отреагирует. Это весьма пригодится при работе с текстами, когда пользователь может коснуться тачпада кистью и тем самым сдвинуть курсор. Для Asus K72F был выбран дисплей с диагональю 17,3 дюйма и разрешением 1600 на 900 пикселей. Экран сделан глянцевым и оснащен светодиодной подсветкой, что сказалось позитивно не только на запасе яркости, но и на качестве изображения в целом. Модель укомплектована 0,3-мегапиксельной камерой, микрофоном и акустической системой LT Cleansing, расположенной в передней части ноутбука. Мы ожидали, что Asus K72F будет достаточно шумным, но это не так. Модель работает довольно тихо и очень слабо нагревается. Стандартный 6-элементный аккумулятор емкостью 4400 мАч в тесте Battery Eater 2005 Pro показал более 3,5 часов автономной работы, что очень хорошо для столь крупного ноутбука. При своей стоимости Asus K72F порадовал весьма удачной конфигурацией. Он оснащен новым двухъядерным процессором Intel Core i3-350M с частотой 2,26 ГГц и мощным интегрированным в процессор графическим модулем Intel GMA-HD. Такое решение позволило не только сделать ноутбук более доступным, но при этом обеспечить хороший баланс производительности и автономности. Также в K72F используется 3 ГБ оперативной памяти и винчестер на 320 гигабайт. Для домашнего ноутбука этих параметров вполне достаточно. Особенно учитывая, что в тестах 3DMark 06 и PCMark 05 система набрала 1701 и 5166 баллов соответственно. К важным параметрам стоит отнести и двухгодичную гарантию. В отличие от большинства современных ноутбуков, в Asus K72F оптический привод встроен не в правую грань, а в левую. Таким образом, даже при использовании внешнего манипулятора, привод DVD Super Multi не будет мешать. Также в левой части корпуса расположено два интерфейса USB 2.0 и картридер с поддержкой форматов SD, MMC и MS. Все остальные функциональные элементы находятся справа. Пользователю доступны аудиовыходы, разъем сетевого адаптера, еще два интерфейса USB 2.0, видеовыходы VGA и HDMI, а также гнездо зарядного устройства и отверстие замка Kensington. С точки зрения эргономики, это не слишком удачное решение. Большое количество проводов может немного мешать при работе с мышью. Беспроводные возможности стандартны для подобных ноутбуков и включают в себя модули Bluetooth и Wi-Fi. Asus K72F – крупный компьютер для домашнего использования. Модель имеет достаточно привлекательную конфигурацию, производительности которой хватит как для работы, так и для несложных мультимедийных развлечений. Таким образом, этот ноутбук можно считать универсальным решением, способным стать единственным компьютером у пользователя.